Всем привет! Представляю анонс и дату выхода третьей серии сериала «Мокрые майки». Ранее мы увидели, как Мара прекрасно понимает, что в одиночку с Мойкой не справится, а потому хочет привлечь к этому делу своих давних подруг. Для этого она даже угощает их дорогими завтраками, чтобы завоевать доверие и убедить принять предложение. Рита и Соня отказываются, предпочитая дальше трудиться и зарабатывать с помощью своего ремесла. А вот Полина соглашается отправиться работать на автомойку, принимая предложение Мары. Мара обрадована и вместе с Полиной убирает автомойку и практически полностью погружается в работу. А вот Рита и Соня совершают ошибку и оказываются в непростой ситуации. Премьера третьей серии сериала «Мокрые майки» состоится 9 июля на интернет-платформе «Премьер».